Edison Blue Olympia с шикарным видом на старый город. Вот, посмотрите. Сейчас мы собираемся на завтрак. Илья пишет пост. Вы проснулись? Да. Все, вы уже готовы? Да. Все, выходим скоро. Выходим. Далеко ли до Таллина заходила? Далеко ли до Таллина? Вошли. И все. Куском мяса накрывать. Оказывается, за мной следят, я даже не заметил. Кроватку убил. Дождь скоро будет. Такой голос, пессимистический голос команды. Дождь сейчас придет. Дождь пойдет по улице, 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 с жестяным ведром, с жестяным ведром. Посольство Канады. А, вот так, да? Когда-то этот дом принадлежал семье фон Монтойфель. Монтойфель в переводе с немецкого «человек черт». Монтойфель, да, черт. И один из глав семьи очень захотел дружить со своей служанкой. Бегал за ней и говорил: «Давай дружить, служанка». А она отказывалась, что было очень необычно для того времени, чтобы служанка отказывалась, да, дружить со своим хозяином. В конце концов, до того дошел господин Монтойфель, что поймал служанку в одной из комнат, зажал ее в углу, схватил за горло и почти подружился, но не получилось. Служанка его оттолкнула. Служанка его дружить неудобно. Оттолкнула, убежала. А когда убегала, швырнула в него стулом. Попала стулом в своего хозяина, ему было больно, обидно, что служанка в него стулом кидается. Она убежала на улицу. А куда она побежит? Она все-таки это, крепостная женщина, побегала до вечера, довернулась. Думала, может быть, хозяин успокоился. Хозяин не успокоился. Он еще выпил винца, когда увидел вернувшуюся служанку, очень сильно разозлился, затащил ее в подвал и замуровал в стене. Где она, где она долго и мучительно умирала. Без воздуха и воды. Ну, очень плохо убивать людей, мучительно, без покаяния, в своем доме и сохранять тело. Естественно, через пару недель она начала к нему являться ночью в виде призрака. Заходила в комнату, открывала двери и кидала стулом в спящего Монтойфеля. Ему было не смешно. Убила? Нет, не убила. Но очень скоро у него случился сердечный приступ. Монтойфель умер. А служанки, видимо, все мужики стали одинаково козлами. Она начала являться ночью ко всем мужчинам, остающимся здесь на ночь. Да? В связи с этим вопрос. Как чувствует себя посол Канады? А я расскажу. Я знаком с послом Канады. Отлично. Очень милая бабушка. Зовут ее Элизабет. Я ее спросил, как привидение, как призрак служанки. Она говорит, нет никаких призраков, это все сказки, но она женщина. И канадцы, они экономят деньги, у них консульство, посольство и резиденция посла все в одном доме находится. У американцев это все разбросано, там у российского посольства тоже, а у канадцев все в одном месте. На третьем этаже Элизабет живет, и никто к ней ночью не приходит. Хотите верьте, хотите нет, но посла Канады мужчину в Эстонии никогда не было, все послы только женщины. Может быть, мужчины этот пост получали, отказывались, быстро уезжали куда-нибудь в другое место. Вот такой дом под номером 13. Интересная история. Порадуемся на своем веку,
красавицы и кубку счастливому клинку. Пока-пока, покачивая перьями на шляпах, судьбе не раз шепнем мерси воку. Он высказался двумя словами. Не скуфи, февраль, апреля. Да, что-то типа того. Эти визиты не являются частью какой-то общей коллективной встречи. Они, повторю, на индивидуальной основе запланированы.